Ребята, всем привет, с вами Александр, и давайте продолжим обкатывать, так сказать, наших индоминусов. Вот ходят наши индоминусы, ну-ка, интересно, у них одинаковая анимация. Ну да, они чуть-чуть с небольшой задержкой просто ходят, но так все одинаково, да? Это наш новый индоминус мод 2. Вот так вот он выглядит. Если вдруг кто еще не видел, давайте сейчас отличие. Ух ты, 6500 на 2000... Давайте 6500 на 2000, а здесь у нас на косарь больше жизни у нашего нового индоминуса. Ну, у нас по голосовалке было больше половины, где-то процентов 60 одобрили нового индоминуса, он им понравился больше. Мне, в принципе, тоже, может, старый уже приелся, но вот эта раскраска мне нравится больше. Даже вот, может, в таком вот варианте, без излишних шипов, он похож, в принципе, на кого... на индоминуса с маскировкой, короче. Так, давайте сейчас будем смотреть, что у нас тут есть, что у нас осталось. Ага, тут турнир слетел у нас, да? Так, ну, нет, это какая-то легкотня. Только редкие, без ограничений. Ну, здесь только понятно. Ну, пойдем, значит, сделаем парочку боев в ПВП. А ну-ка, давайте в бесконечную, о, бесконечную битву можно же идти. Можно идти в бесконечную битву. Блин, ну здесь нужен нам будет какой-то птерыч, да, походу. Потому что пробить этого будет, ой, как непросто. Давай возьмем тебя. А он, кстати, скорее всего и подменится-то, да? 5000, блин, а чертовски больно. Тут можно как бы и пролететь. Новый-то индоминус, он же не настолько у нас-то имбовый. Чтобы можно было пройти. Ладно, посмотрим, если нас здесь накажут. Но здесь не очень легкая, конечно, троица. Если бы здесь были травоядные еще какие-то. Посмотрим. Пойдем тогда просто в ПВП посражаемся, если нас здесь нагнут сейчас. Потому что далеко не самых сильных мы здесь можем взять. А противники, как видите, здесь вообще просто топ-топ. Интересно, подменится он на капразуху? У меня порядок такой, что на подмену рассчитан. Посмотрим, посмотрим. Трапиагнат тоже прикольно выглядит. Не хочет подменяться, это печально. Не хочет, блин. Вот и что теперь делать? Я рассчитывал на подмену. Ну, придется сейчас, наверное, мне подмениться. О, наконец-то. 2 очка у него всего лишь осталось. Осталось 1 очко. Уу, так это вообще шар, ребята. Тогда мы здесь сейчас всех нагнем. Ну, 26 тысяч жизни. Представляете себе, 26 косарей жизни у капразуха. 3 очка. Целых 3 очка. Блин, я заболтался. Я же сказал, 1 очко у него осталось, и взял, и не проатаковал. Так, он сменился, у него 3 очка осталось. И атакует на все 3. Ну, в общем-то, ладно. Но не прикольно получилось, а обидно. Обидно получилось. Я хотел пробить двоих индоминуса, ну, в принципе, я так сейчас и сделаю. А, нет, не сделаю. Придется вот этим парнем атаковать. Хотя он выживет. Он же выживет, у него жизнь, что капец просто сколько. На все 5, молодец. Ну, капразухимбовый вот этот был, конечно. Ёханы бабай, мне сколько-то очков придется потратить. Вообще-то мы можем сейчас и слететь, но это из-за того, что я не завтыкал немножко с подменой. Вот, 6. Еле-еле я его пробиваю. И мне нужно минимум 3 поставить в защиту. Вообще, сколько там урона у тропиагната? Там же 1005. Да-да-да, вот если меня сейчас не атакуют на фул атаку, смотрите, у меня 6000 жизни, у него 16, у меня 2, у него 5, он просто сильнее раза в 3-4. И он не проатаковал.
А я не, я его не могу пробить сейчас, представляете себе? А я выдерживаю вообще две атаки. А я его не пробью за 4. Вот в чем беда. Ну, ну, все, мы просто проиграли. Ну тут по-глупому получилось, ну ладно. Просто мне нельзя было сидеть, он меня за 2 удара ваншотит. Мало жизни. Для таких боев, конечно, слабоват Индоминус. Так бы затащили. Ну, тут немножко я сплоховал, ну ладно. 77 тысяч урона. Кстати, мы еще не видели, как умирает этот парниша. Ну, теперь мы знаем. Давайте сейчас глянем еще раз, что у нас там по бесконечной битве. Если там будут травоядные, если будет более, как бы, такой благоприятный противник. А, что, то же самое? Ну, оно обновляется, но редко, короче. Ладно, идем тогда в PvP. Идем тогда в PvP, ребята. Давайте сейчас возьмем хищников. Возьмем индоминусов. Двух, да? Вот этого. Ну, а по центру нужен какой-то птер. Давай тебя для разнообразия. Ну, кстати, он такой же примерно по уровню, как Индоминус мод 2. Тапискалозавр. Так, 2, 2 и 3. Оп, кстати, очень прикольно получилось. Индоминус против Индоминуса. Очень такая прикольная тема. Ладно, не буду пока атаковать. Но прикольно. Битва Индоминусов. Давайте как-то одновременно рты откройте, блин, был бы красивый кадр. Но походу не получится сделать, да? Они порознь как-то открывают свои рты. Суперского кадра не получилось, блин, завтыкал, сколько-то очков-то было. Насколько он проатаковал. Ну вот, кстати, одинаковые практически, только 300 хп разница. Блин, он, надеюсь, он на все проатаковал. Нет, блин, ну сейчас опять сольемся. Ну, я тут пока пытаюсь скриншоты сделать, да, не заметил, сколько он проатаковал. А, такой у нас какой-то сливной. Ну, ничего страшного. По крайней мере, следующего я тоже заберу без проблем. А там уж как получится. Как фартанет. Если атакует на 4, то да. Если нет, то нет. Прикольный бой получился. Да, у нас тут Индоминус новые друг против друга. Так, ну, один балл у него остался теперь точно. До свидания. Пять. Ну, я выдержу 2. Не проатаковал. Пять. А я его за 2, походу, не пробью. Ну... Ну давай на все 6. Кто кого пересидит, игра называется. Ну, и пересидел я. Та-дам-та-дам! Ну так. Нормальненький. Веселый. Индоминус получше, чем предыдущий.
Ну, в смысле, по показателям. Здоровечка у него побольше, удар остался таким же. Ну и, по крайней мере, более яркая, привлекательная раскраска, что ли. Так, идем к нашему острову новому. Ну и вот, в общем-то, такой вот парнишка с кроваво-красными глазами, ребятки, ставим лайк, кому он нравится, и до скорых встреч, всем пока!